Итак, то, ради чего планировалась эта серия. АЭС Посейдон Ойл. Ее роботы. Где они? Привет, а ты сильно фонит радиацией, лучше поторопиться. Ой, блин. А у меня от радиации вообще ничего, да? Пришел один. Ну да, логично было подумать, что на атомной станции, наверное, есть радиация. Что у нас? О, камень. Камень это да, камень. Камень это да. Это да. Это сильно. Это то, что нам нужно. Останки старателя. А патронов у нас так. Не так, чтоб шикарно, да? Вернее, вообще не. Не очень. Ага, а тут ничего нема еще. Отлично. О, ящик какой-то. В ящике по-любому что-то спрятано. Ничего. Ничего, ничего. Хорошо, что в этих зданиях. Ой, как вакают. Ничего, да? Мусор, коробки, мусор. А здесь что? И тут ничего, да? Ящик. Угу. Так, а вот это сама Посейдон Ойл. О! Пошло фонить, я понял. О, Ека. Ух ты ж, ты шо? А ну-ка, родное сердце, открой-ка глаз. Нифига себе промах. Это мы отлично. Если так дальше будем продолжать играть, то... Ну хотя бы в голову. Обалдеть. И это у нас на сотку прокачана стрельба, да? Давай, влаз, да надо попасть. Собака, да как так? Ничего себе, он на мне по два за вход заносит. Во, натте в борщ. Вот это я понимаю. Он же еще не помер. Тяжело ранен, то он еще не мертв. Надо его добить. Вот так вот. Перезарядка. О, шкуру. Шкуру снять обязательно. Так, еще один есть. Давайте его сразу тоже уконтропопим. А ну. Отлично. Зашли в оркестр.
Сбежать хочет. Отпустим. Или добьем. Ладно, пусть бежит. Патроны тратить не будем. Так, о, шкаф. Новые шкафы какие-то. Ага, патроны к дробовику как раз, да. Чтоб хватило. Так, так куда ж ты? Что тут ничего нету, да? Окей. Ну пошли на станцию. Ага. Дверь заперта. Ага, с нашими навыками здесь делать нечего. Я понял, не дурак. Был бы дурак, не понял бы. Ладно, пошли дальше. Может, там где-то ключи от нее есть. Это тут, блин, убегающий. Пошлите его во вторую зону локации. Может, тут где-то ключ есть. Так, вы пришли на свалку возле станции. О, облучение появилось, отлично. Ох, тут геков этих, блин. Надо динамит взять, пацаны. Давайте, не знаю, гамбургер сожрем, что ли, на всякий случай. А ну, тут такая толпа. А ну, давайте их в кучку соберем. Как мы этих банду кротокрысов выносили. Все помнят, нет? Кто не помнит, загрузите. А ну, давайте собирайтесь в кучку. Хлопцы, горобцы. Ах ты, гадость, добежала. Так, ну шо. Отбегаем. И в толпу метаем. Нафиг. Натте в борщ. Отбегаем. Ну давайте, собирайтесь. Что анимация так тормозит, аж удивительно. А ну, шу. Нате. Нормально им там заходит. Отличненько, я даже так бы сказал. Сейчас их всех тут переугадываем. Лишь бы они только не окружили. Нате. Есть. Сколько там живых осталось? Двое. Тяжело ранен. И при смерти. Ну шо?
А нам не хватит, да? Давайте так. Есть. И второму. На. Ага, видите. Зато промахнулся. На. Все. Ох ты шо, сколько их тут? Шестеро было. Вот сейчас шкурок наберем. Да, динамит, конечно, потратили, но ничего. Зато, о, как быстро расправились со всем этим зверьем моем. Так. Что они тут? Корову доедали. Так, что у нас здесь? О, гараж. Дверь закрыта на засов со внутренней стороны. Отсюда открыть ее невозможно. Заперта изнутри. Как бы внутрь попасть? Так, дверка есть. Заклинившая дверь. Дверь сдавлена настолько, что открыть ее невозможно. Ага. А, ремонт. Намки здесь не помогут. Дверь заклинила. Понял. О, а внутри, гляньте, какая полицейская машина. Ой, если что можно сделать. Разбитый патрульный автомобиль. Так, а как же внутрь попасть-то? Что это за херня? О, подъемный кран. Давайте поднимем что-то подъемным краном. Себя, например. Вы видите, придется так. Цепь крана совершенно непригодна к эксплуатации. Придется заменить ее чем-то аналогичным. Цепь, цепь, цепь. Это кран еще мог послужить, но у него у вас нет цепи. Цепь. А где взять цепь? Он не отремонтирует. Цепи нет. Фу, а где ж тут цепь взять для крана? Я даже не знаю. Цепь для крана. Цепь для крана. Где тут взять цепь для крана? Может, что-то другое подойдет? Веревка, например. О, металлолом нашли. Полки пустые, да? Ничего нету. Блин, веревку, веревку. Где ж нам взять веревку? Так, у нас у дейцев, у шаенов была веревка, да? Мы там, по-моему, в грузовике оставляли веревку. Блин, ну возвращаться ради веревки как-то не хочется, если честно. И, по-моему, мы ее использовали, да? Для того, чтобы мост построить. Какие мы толковые парни. Так, это у нас тут второй реактор, который недоделанный, да? Там же внутри ничего нету, насколько я помню, полезного. Ни полезного, ни бесполезного, ничего нема просто. Так, о, полка. Что на полке? О, фальшфейер и ножичек. Отлично. Так, пошли. Что тут еще где-то эти? Нема? О, счетчик Гейгера. Ценная штука, наверное. Надо с собой забрать. Блин, ну я рентгенов уже, наверное, нахватался. Ё-моё, мама, не горюй. Лучевая болезнь. А антирадов у нас, конечно же, нету. Да. Ну, придется лететь в Нюрина. Там вроде фармакология на высоком уровне. Там, я думаю, мне смогут помочь. У меня так надежда. Мне так думается. Попробуйте меня разубедить. О, топливо к огнемету. Это здорово.
Только у нас нет огнемета. О, веревка! Отлично. Отлично. За веревкой не пришлось возвращаться, чтобы проверить нашу догадочку. Сейчас так можем проверить. Побежали. А ну. Веревочку. А ну. Точно, подошло, видите? Так, вы заметили, заменили цепь веревкой. Для небольших грузов этого хватит. Ага, а ну теперь используем. Для небольших грузов. Ну, большие, я так понимаю, не надо. Мы себя сейчас на крышу поднимем. А, с помощью крана вы возвели пирамиду из мусора возле стены гаража. Вот как. Ну понятно, не руками ж носить, не царское дело. Пустые бочки переставлять. Ага, вот мы залезли теперь на крышу, понятно. О, теперь внутрь можем спуститься, все, понял. Здорово. Все, мы внутри, ура! Как тут, давайте сразу как выбраться найдем. Так, дверь невозможно, хорошо. О, открыли ворота. Слава яйцам. Я уже думал, все. Как выбраться. Так, давайте разбитый патрульный автомобиль с него достанем. Что-то. Эта вещь может пригодиться. Вы нашли под капотом целый топливный контроллер. Ага, были такие, я помню. Машину в такую вставляю. Топливный контроллер. Чип управляет распределением питания в электродвигателе автомобиля. Из-за быстрого разгона многие водители за короткий срок сжигали подобные устройства. Но все же это очень полезная деталь, если, конечно, у вас есть автомобиль. Но автомобиля у нас пока еще нет. А ну еще. Ну, еще что-то сделали. О, вы слили немного горючей жидкости из двигателей системы. Получили коктейль Молотова. 3 штуки. Отлично. А ну еще. Вы демонтировали металлолом из-под капота. Наверняка он пригодится в ремонте другой техники. Наверняка. Конечно, наверняка. Ну, блин, он может, наверное, разобрать до гайки. Ваши навыки не позволяют вам найти еще что-либо полезное в этой груди металла. Ага, навыки. Повысить ремонт, наверное, надо. Ладно, потом. Навыки. Так, у нас тут дверь еще одна не открыта. Пошли сюда. Ну, гараж уже вскрыли, уже хорошо. Ага, на замок. На замок. А ну, взлом. Это слишком сложно для вас. Ага. Не могу ее взломать, да? Не могу взломать. Так, надо пожрать. О, 4. 2 фунта. 1 фунт. Ой, да не, мы будем лучше воду тогда пить. Шик. А то она больше весит. Надо разгружаться. Я понял. Так. Ну, давайте взлом повысим. Взломаем. У нас тут что? Стол. Ящик. Стол. Верстак. По-любому тут что-то нужно есть. Просто так бы не закрывали. Ну да, и тут больше зон нету, куда идти. То есть вот это и сама станция. То есть явно тут... Больше подсказок, ключей нет. То есть надо как-то своими силами. Давайте будем поднимать взлом, ладно. Взлом. Давайте до 25. Угу. Слишком сложно. Хорошо, добавим. Давай до 35. У нас есть.
Да что такое? Что мы так тормозим, ребят? А, 34. Слишком сложно. Хорошо. Да я видел, что облучение, не моргай. Блин, да сколько ж ты хочешь? До 50, что ли? Ладно, давайте 45. Готово. Ну, взлом. О, вы не справились с этим замком. Ага, все, хватает. Надо теперь только вскрыть. Вы не справились. Давай, взламывай. Должен. Давай. Давай, взламывай. Да не может быть. Давай, взламывай. Мужик, не балуйся. Да ну что такое? Да должен же взломать. Ну что ты будешь делать, а? Не, мы его взломаем. Самые нетерпеливые могут промотать. Давай. Ты можешь его взломать. Не хочет, что так уж каждый раз. Нет. Через хоткей же ж можно. Вот. Ну, блин. Да твою дивизию. Что за ерунда? Какая-то ерунда. Что значит не справились? Можем справиться, значит справимся. Давай. Давай, блин. Ну что ты? Нам тут и так мы под радиацией этой твоей стоим. Дурацкой. Давай, взламывай. Что ж такое? От чего зависит? Должен же взломать.
еще не понимаю. Что не так? Что не так? Ну, все же видите, должен взломаться, потому что мы уже можем. Подняли, да. Видишь, 45 надо было ему. Что ж он не взламывается? Что, неужели действительно ключ нужен? Не может быть. Может, динамитом его взорвать? Так динамита, блин, нету. Должна взломаться, должна, обязана. Просто обязана. Оно взрывчатки нету, да? Ну, динамитом оно не взорвется. Надо взрывчатка, а взрывчатки нету. Ё-моё. Я прям в огорчении. О, взломали, наконец-то. Я же говорил, что, блин, сломаем его таки. Если я чего решил, я выпью это обязательно. И к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Должно было, должно взломаться. Значит, должно. О, бабки. Книжка. О, уцедило. Так, заходим. Что тут у нас? Ой, заколоченный ящик. Это как в подвале у этого. В этом ящике может сказать, что полезно, но крепко заколочено досками. Это как в подвале у Большого Луи. Блин, а у нас с собой ни молотка, ничего. Ни фомки, ничего такого нету. Твою дивизию. Что такое не везет и как с ним бороться. Так, что у нас на столе? О, динамит. Отлично, отлично. Что-то подвзорвать можно. Вот, отлично, инструменты и кувалда. Все, берем. Ха-ха. Вот сейчас мы тебя и разломаем кувалдочкой. Так, о, опыт чуть-чуть. О, пулеметные патроны. Не то, чтобы они нам были сильно надо. Так. Чё там, книжечка? Ну что, прочитаем ее.
Электроника Дина. Учебник, которым автор последовательно проходит от основ электроники до принципа функционирования электронных приборов. Надпись на обложке гласит, что он сможет в каждом выявить юного электрика. Так, сколько у нас сейчас там ремонт? 40. А ну, сколько будет по прочтении? Пиу. Так, вы узнаете много нового в ремонте сломанной электроники. Много нового. О, 18. Это много нового. Согласен. Блин, облучение. Что же делать? Как мы потом отсюда выберемся, да, хлопцы? О. О. Жаба на нас напала, блин. На тебе в глаз. Что ж мы промазали-то, а? Это никуда не годится. На голову хотя бы. Минус 8. Пфф, чувствую, нам сейчас зададут трёпку. На тебе в глаз. О, отлично. Ни хрена себе он лупит. На тебе глаз. Ух ты, ё-моё. Ещё и промазали. Так, надо водички хлебануть. Во. Он нас так сожрёт. По 10 за заход. О, как-то так. 2, 6, 8. Ничего себе. Да ты обалдел, дядя. На. Ох, 32. Нормально зашли в оркестр. Так, водички, водички давайте. Отпаиваться, обливаться, обмываться, не знаю. Так, и бургером сверху заполироваться. О, все, да? Боевой пыл поугас. А ну давайте ему напоследок. Куда мы ему сможем попасть? Давайте хоть в туловище, не знаю, действительно. А, вот так вот, да? Анне есть. Отлично. На. И второй раз. Отлично. Что же мы зря потратили столько патронов? Надо шкуру ж снять. Ценную. Так, и вот этот балбес еще. Тоже недобитый. Отлично. Все, всех уконтропопил на карте. Нет больше желающих со мной повоевать. Кончились. Ну, слава богу.
Так, давайте теперь думать. Дверь заперта. Так, взломать. Наверное, мы с вашим наверное, здесь сделать нечего. Что еще можем сделать? Эрудит, обследовать ее. Не, что еще? Отремонтировать. О, отремонтировать. Ее можно отремонтировать. А ремонт у нас все всяко посвыше, чем взлом прокачан. Тем более у нас, по-моему, на него плюс есть, да? Да, ремонт. О, 9 давайте добросим. Что тут уже считать? Давайте все. Готово. О, и у нас же этот инструменты есть, точно. Точняк. Точняк-верняк. Ага. Вот так давайте, что ну, у нас дробовику патронов совсем мало, да и он, конечно, для слабеньких целей, он начального уровня. Так, а ну давайте теперь ремонт. О-о-о, срослось, 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 ребята, мы попали, попадаем на Посейдон Ойл. Давайте, так. Шо нам? Как нам? Не знаю. Давайте так. Давайте лучше, наверное, винтовочку возьмем. Она поубойнее. А то там роботы. Честно, я боюсь даже немножко.